Привет, друзья! Сегодня конец апреля, сейчас еще нерестовый запрет, и по правилам рыбалки мы имеем право ловить на одну удочку с одним крючком. Левее от нас зона нерестилища, и мы расположились как раз в том месте, где рыбалка официально разрешена. Сегодня мы с моим товарищем Вовой, привет, Вова, привет, Олег. И привет, с моим сыном Владом будем ловить рыбу. Думаю, что рыбалка будет интересной, потому что здесь уже видел по отчетам, люди ловили и карасей, и неплохую густеру. Мы устроим такое мини-соревнование, будем пользоваться тремя разными прикормками и посмотрим, что из этого получится. Вова будет ловить разную рыбу, у него прикормка будет с прицелом на белую. Ну, естественно, и карась, и густера, я думаю, у тебя в улове сегодня должны быть, да, как минимум. Влад будет ловить более крупнофракционной прикормкой. Я думаю, что у него в уловах будет все-таки больше карася. Ну, почему-то мне так кажется. Я лично хочу ловить универсальной смесью. Это карась-бисквит плюс фидер-карамель. Такая сладкая прикормка, среднефракционная, достаточно липкая и тяжелая. Тоже рассчитываю на карася. Как это будет в итоге, посмотрим по финишу. Два состава я уже замешал. Вова, это твоя прикормка. Угу. Ни хвоста, ни чешуи. Это моя прикормка. Ту, которую я озвучивал. И сейчас я замешаю прикормку для Влада. И мы начнем ловить. Итак, для Влада мы замешаем сегодня карп-сливу и фидер-карамель. Эта прикормка более крупнофракционная, в ней достаточно большое количество зерен конопли, здесь есть лен, в общем, все, что любит рыба. Какой аромат карамели. Я сделал первое увлажнение. Нужно дать прикормке где-то минут 5-7 для того, чтобы она впитала первую влагу, и немного потом доувлажнить. Вот прикормка стала более сухой, то есть она вобрала в себя воду. Сейчас мы ее немножко доувлажним. Хватит. Ну, все, этого достаточно. Для сегодняшней рыбалки она лепится, она рассыпается. Не будем терять время, начинаем ловить. Ну что, в принципе, к ловле все готово, прикормку замешали, удочка настроена на нужную дистанцию. Я потом расскажу, что это, где это и почему я остановился именно там. Давайте начинать ловлю. Сейчас я попробую сделать первый заброс спинкой, с мелким опарышем. Насадил вот таким образом одну белую, одну красную. Посмотрим, как рыба отреагирует на такую насадку. Еще, как вариант, скорее всего, ну я так думаю, что рыба будет ловиться все-таки на красного червя, но стартану именно спинки и посмотрим дальше, как она будет реагировать на подачу такой насадки. Забиваю первую кормушку. И делаю заброс. Ну вот, первый заброс сделан. Сейчас подожду пару минут и буду раскармливать точку. Очень высокий темп держать не буду, потому что здесь есть очень мелкая рыба, такая как верховодка. И она довольно положительно реагирует на частые перезабросы, становится на точку и, скажем так, это нежелательная рыбка, мешает нормальной рыбалке. Поэтому мы будем ловить неспешно, в обычном любительском режиме, скажем так.
У нас сегодня не соревнования, мы приехали сюда получить удовольствие от рыбалки. Сегодня прекрасная погода, и я думаю, что все будет хорошо. Вот Влад поймал первую рыбку. Это небольшая плотвичка. Начало есть, хорошо. Ловим дальше. Вот у Вовы произошла поклевка. Судя по изгибу удилища, рыбка неплохая. Наверное, это карасик. Сейчас посмотрим. Да, это, в принципе, очень достойный карась. Что, начало есть, хорошо. Думаю, это не последняя рыба на сегодня. Продолжаем. Карась. Небольшой карасик, да? Приятно. У Вовы на дальней дистанции, это 75 метров, там находится русловая бровка, самая большая глубина, скажем так. И там откликнулась хорошая рыба, то есть он поймал два карася буквально за 15 минут. Соответственно, на моей дистанции, на которой я ловил 48 метров, я поймал одну небольшую плотвичку и получил еще одну такую же поклевку. Я думаю, что это тоже была плотва. Рыба не засеклась. Я сейчас тоже уйду на дальнюю дистанцию, на 75 метров. Надеюсь, тоже начну ловить карасей. Прошло где-то минут 7 после заброса на дальнюю дистанцию, и произошла поклевка. Есть какая-то рыбка, не крупная, но она есть, это приятно. Это вряд ли это карась. Скорее всего, по поведению похоже на белую рыбу. Или что это? Да, это густера. Небольшая густерка. Клюнула на красного червя с опарышем. То есть тот бутерброд, который я готовил для карася. Ну, тоже приятно. Не то, на что я настраивался, но это начало рыбалки. Это нормально. Я уверен, что карась еще придет. Ловим дальше. Короче, надо чеснок замешивать, Владик. Я говорю, надо чеснок замешивать. Еще одна поклевка мимо кассы. Нет, была такая размазанная поклевка, но рыба не засеклась. Рыба не засеклась. Я поставил короткий поводок, очень короткий. И вот что осталось с бутерброда. Красный с опарышем. То есть клевала, но, судя по всему, рыба не крупная, поэтому не засеклась. Жаль, ждем карасика. Была хорошая поклевка, уверенная натяжка и отстрел. И сразу хорошее сопротивление. Вот. Это либо бойкий карасик, ну такой грамм 300 точно. Судя по упору. Сопротивляется до последнего. Сейчас под бережком. Да, хороший карась. Опа. Это явно. Опа. Это явно полкило.
Явно полкило. Взял за нижнюю губу. Уверенно. Вот такой красавчик. Я ловлю с дальней дистанции 75 метров. Вот. Оттуда идут поклевки. Ближе, второе удилище у меня ближе на 55 метров, но там рыба более мелкая проклевывает. Вот, и я оттуда ушел. То есть я чередовал одну дистанцию, чередовал вторую и остался сейчас на 75 метров. Вот, она более работает. А вот и карасик. Вот и карасик. Не очень большой, но настоящий. Эх, какой красавчик. Шикарный карасик. На бутерброд, на короткий поводок. Да, заглотил хорошо. Пытался раскормить точку порядка 40 минут. Было несколько поклевок мелкой рыбы. Это была густера, была плотвичка. И вот, наконец-то, первый карась. Это дистанция 75 метров. Та дистанция, на которой Вова ловит. Там самая большая глубина. Ну, судя по всему, карась тоже сейчас курсирует именно на глубине. Потому что на ближних точках ни у меня, ни у Влада, да и, в общем-то, соседние рыболовы пока ничего не ловят особо. То есть утром была активность, потом провал, и вот сейчас, судя по всему, рыба вновь начинает питаться. Ну, я надеюсь, что мы наловим много рыбы. Ух ты! Пока мы общались, у Влада поклевка, и он взял шикарного карасика. Классный карась, да? Да, хороший. Ну вот, что я говорил. Рыба начинает активно питаться. Это радует. Ну что, прошло 2 часа нашей рыбалки. Вова у нас в лидерах. Он поймал уже 7 карасей и пару густерок. Судя по всему, ту прикормку, которую я ему замешал, сегодня на этом водоеме работает лучше всего. Но мы не вешаем нос, идем ловить дальше. Ну, это явно карась, причем очень хороший. Упирается, сопротивляется. Боец, просто боец. Где-то уже недалеко. Ух, давит, давит в дно. Ага. Или это не карась? Это тоже очень резвый для карася. Что это? Нет, это не карась. Да? Или карась, карась. Кстати, не очень большой, но ощущение было на нем грамм 400, не меньше. Да, это примерно такой же карась, как первый. Но почему-то он был гораздо активней. Вот такой малыш. Все, отпускаю его в садок. Пусть плывет. Ну а мы ловим дальше. А вот и у Влада поклевка. У нас синхронно получается. Я поймал рыбу, он поймал рыбу. Я поймал рыбу, он поймал рыбу. Как-то у нас такой. Под берегом сошел. А, досадный сход. Ну, такое бывает. Это рыбалка, это жизнь. Ну, мы не расстраиваемся, мы не отчаиваемся. Мы ловим дальше. Карась. Молодец. Сегодня я использую поводки длиной до 30 сантиметров, потому что мы ловим карася, а карась это рыба, которой насадка нужна очень близко к кормушке. То есть расстояние между кормушкой
и насадкой должно быть, ну, в идеале в районе 20 сантиметров, может быть даже меньше в некоторых случаях. Ну вот в моем случае сейчас это 25 сантиметров, вот это расстояние. Поводок толщиной 0,14 миллиметров. Для карасей до, там, скажем так, 800 грамм до килограмма этого, в принципе, достаточно. Крючок, лично я сегодня использую 12 номер, это Gamakatsu 2210. Один из самых моих любимых крючков для такой рыбалки. Можно ставить в большем размере, в 10 и даже в 8. Это зависит от размера насадки в первую очередь. Так как насадка достаточно большая, то и крючок нужен не мелкий. Мы не ловим мелкую рыбу, поэтому мельчить здесь не стоит. То есть здесь у этого крючка достаточно толстая проволока, он тяжелый, но если рыба села на него, то сходов практически не бывает. Вот. Для того, чтобы добивать до дальней дистанции, до 75 метров, как в данном случае я ловлю, я использую кормушки, так называемые передние груженные. Вот. У них центр тяжести смещен вперед, соответственно, такая кормушка летит довольно далеко, то есть достаточно далеко для того, чтобы комфортно забрасывать, попадать в точку ловли. Простая кормушка с нижней огрузкой, чаще всего на такую дистанцию фидером класса медиум просто не долетит. Вот у Вова опять поклевка. Да, поклевка, Вова? Вова опять ловит рыбу, молодец. Вот, а мы пока мы общаемся, Вова ловит рыбу, молодец. Вова сегодня просто молодец. Вот. Итак, я ловлю дальше. У Вовы, наверное, модные червяки какие-то, супер свежие. Сам копал, да, Вова? Видишь, молодец. Сейчас приду к тебе за порцией червей. На хороший червяк и рот найдется. А, Владька поймал одну рыбу еще, молодец. Что за рыба? Карась. Красавчик, молодец. У нас сегодня не так много червей, но карась очень любит резаного червя в кормушке, поэтому я так немножечко их собрал здесь и сделаю сейчас маленький такой десерт для карася и на следующем забросе подам ему на прикормленный стол немного таких вот вкусняшек. Думаю, это даст свой результат. Ух, какая поклевка. Забросил с подрезанным червем, который только что показал. И прошло 3 минуты, и сразу поклевка. Ну, что-то такое хорошенькое, судя по всему. Хотя прошлый карась тоже оказался большим. Ну нет, этот должен быть явно крупнее. Поводок короткий. Ощущения от вываживания совсем другие. Опа, есть. Есть еще один карасик. Что, рыбалка идет по намеченному плану. Караси клюют. Не так активно, конечно, как хотелось бы, но тем не менее удовольствие от рыбалки я получаю колоссальное. Особенно после зимней, так сказать, спячки. Вот такой вот. Красавчик. Пока Вова там рыбу плющит, мы тут понемножку тоже подлавливаем. Не такая активность, конечно, как у Вовы, но тем не менее густера, плотвичка у Владьки проклевывается. У меня вот еще один карась. То есть рыбалка идет по намеченному плану, как и должно быть. Каждая очередная поклевка приносит, практически каждая приносит рыбу.
Рыба не очень активная, но тем не менее все хорошо. Вот такой карасик. Еще один. Есть рыбка на ту удочку, которая заброшена на дистанцию 65 метров. Это вторая дистанция. Я их меняю местами, потому что есть провалы в клеве. Рыба клюет то на одной дистанции, то на второй. Это что? Наверное, карасик. Так, я отложу запасную удочку. Да, это карась. Очередной карась. Есть, я его взял. Так вот, об удочках. На такую дистанцию, ну, даже на 65 метров, вот такой красавчик. На такую дистанцию, даже легкой кормушкой относительно, чтобы добросить до такой дистанции, я использую удилище класса медиум. То есть это удилище средней мощности с тестом 90-100 грамм в длине 3,60. Ну, 3,66 в данном случае. У каждого производителя свои предпочтения по длине. Кто-то делает точно ровно 3,60, кто-то делает четко в футах, поэтому в данном случае это 3,66. Катушка в данном случае это 5000-ная, можно использовать четверочку, разница небольшая, диаметр шпули отличается совсем на немножечко. Естественно, чем больше диаметр шпули, тем теоретически дальше можно забросить. Но здесь нужно учитывать тот фактор, что кольцо у медиума обычно небольшого диаметра, первое входящее. Поэтому ставить очень большую катушку будет неправильно, потому что появится биение на выматывании, да и на забросе будет торможение именно о первое кольцо. Вот. Основной шнур на этой катушке, ну, на обеих, скажем так, катушках, у меня заявленным диаметром 0,1 мм с разрывной нагрузкой 15 лб. Но даже на медиумах и на лайтах, то есть, ну, практически на всех своих катушках, к основному шнуру я привязываю шок-лидер, то есть более толстый шнур длиной 7-8 метров, для того, чтобы на нем вязать оснастку, во-первых, во-вторых, он выдерживает больше нагрузки, тем самым я сохраняю свой основной шнур. Шнура на самом деле у меня хватает, ну, любого шнура на любой катушке у меня хватает на 3 сезона железно, возможно, даже больше. Все благодаря тому, что я использую шок-лидер, то есть более толстый шнур. Шок-лидер с разрывной нагрузкой порядка 20-30 лб. То есть это достаточно толстый и мощный шнур. Во-первых, первые метры шнура, на котором связана оснастка, они соприкасаются с дном, с донными препятствиями, с ракушкой, с камнями, с какими-то корягами, с неровностями. То есть они трутся о донные препятствия, о дно, и, соответственно, быстрее выходит из строя. Если бы я не использовал шок-лидер, то мой основной шнур пришлось бы время от времени укорачивать, отрезать. Соответственно, он бы становился меньше по длине. Используя шок-лидер, я как бы именно берегу свой шнур. Это раз. Плюс допускается использование больших по весу и по объему кормушек, не боясь при этом оторвать свою оснастку, потому что такой шнур оборвать на забросе практически невозможно. Здесь течение небольшое, теоретически можно было ловить удилищами класса Light, то есть легкими удочками с тестом до 50-70 грамм.
Но на дистанцию там, даже 60 метров забросить крайне проблематично. Ну, по крайней мере, попадать в свою точку ловли ну, практически нереально. Лайты предназначены для дистанции ну, комфортная ловля, это 40 метров. Максимум 50, и то это повторюсь, это максимум. Вот, поэтому здесь я использую удилище класса медиум. Если бы было большее течение, скажем так, для кормушек 70 грамм плюс, я бы использовал удилки класса хэви. Вот. Ну, естественно, чем длиннее, чем тяжелее удочка, тем меньше удовольствия получаешь от рыбалки. Вот. В данном случае вот медиум плюс катушка 4-5 тысяч размера очень комфортный и достойный комплект для сегодняшней ловли. Такие осторожные поклевки. Перед этим карась клевал довольно резво, а здесь чего-то так как-то осторожничает. Может быть, это не карась? Есть, ух ты! Ну, похоже на небольшого карася. Сейчас увидим. Вращается. И что ты, кто ты? Нет, это не карась, это маленькая густера. Ну вот тогда вот на этой рыбе мы точно заканчиваем нашу рыбалку. Это карась клюнул буквально пару минут назад. Вот, солнце уже в зените, уже практически полдень. Мы хорошо отловились. Последняя рыбка, которую мы тоже отпустим вместе со всем уловом. Аккуратненько сейчас ее освободим от крючка и ко всему улову, и потом отпустим. Мы закончили нашу рыбалку, погода нас порадовала, слава богу. Здорово отловились, прикормка показала себя с наилучшей стороны, при том, что берег усеян рыболовами, тишина, на берегу тишина, то есть звона бубенчиков не слышно, с утра немножечко кто-то где-то подловился, но вообще в течение дня практически ни у кого ничего не было. Мы же ну, отловились достаточно качественно. У нас в улове несколько десятков карасей, густера и даже пару плотвиц. При этом никакой сорной рыбы не было. То есть, ну, проскочило несколько уклеек, скажем так, но это не в счет. Не было бычка, не было мелкого окуня. То есть, рыбалка, я считаю, удалась, очень успешно, я считаю, она завершилась. Ну а теперь я покажу наш сегодняшний улов. Ух, бурлят карасики. О, ух, есть даже хорошие, бонусные, я бы сказал. Вот такой у нас сегодня улов. Ух, какие они резвые, красавцы. Вот такие вот шикарные караси. Ну а теперь мы отпустим наш улов по традиции, так как это делают все спортсмены. Ребята, не забывайте после рыбалки убирать после себя весь мусор. Не оставляйте пакеты из-под прикормки, различный мусор, и тогда, возможно, наши берега станут чище.